Обработка листовыми удобрениями. Плантофит, максифол. Так, нет, аминофол, молибден. То есть вот именно в более позднюю фазу. Здесь вот у меня как раз контрольный участок, без различных схем, без различных наложений. Посмотрю, насколько это работает. Но в то же время, если так вот приглядеться, я сейчас только увидел, я на самом деле сюда не ездил. И, ну, как бы мимо проезжал, но не видел. А сейчас я вижу разницу, контрастную такую. Участок зеленее, это, кстати, мы 13 июля отработали. И участок более желтый. Участок, где листья мощные, и участок, где листья более мелкие. Я сам как бы не ожидал даже вот такой вот визуальный эффект вот на данный момент увидеть. Поэтому этот опыт меня очень радует. Действительно, что есть эффект того, что соя как бы нуждается. И то, что эффект как бы на сое более заметен, к примеру, чем на зерновых. Вон там, посмотрите, если видно вдали, там желтый участок, совсем желтый. Ну как желтый, он такой же, как и здесь. В то же время я вижу этот эффект. Мне это очень нравится. Мне это очень нравится. Посмотрим, конечно, какая будет уборка. Ну, это самое, это же я сделал в 16 году, и прибавка была в 7 центнеров. Но это была больше вот эта схема. То есть здесь у нас уже получается, это вторая обработка. А здесь как раз только одна, и вот вы именно вот в эту фазу. В фазу, когда уже как бы заканчивалось цветение, я обработал листовые, какие у меня там были, и еще добавил аминофол, молибден. И у меня получился хороший эффект. Прибавка где-то 6-7 центнеров. Вот это было отлично. Сейчас я вижу разницу, визуальную разницу. У меня тогда вегетация где-то, наверное, затянулась на 5-7 дней, на неделю. Вот такая вот интересная штука. И я сейчас вот только вижу этот визуальный эффект. Только вот сегодня, потому что решил сегодня наложить еще одну схему. И вот здесь я вижу, вот он, желтый участок и темно-зеленый. Это вот микроэлементы, ну и, конечно, немножко макроэлементы сработали. Так, вот такой вот контраст есть. Контраст есть и, кстати, разница и по развитию. Здесь, конечно, здесь посев более загущенный, потому что я все же, конечно, всегда думаю, как же посеять для экспериментов. Здесь где-то 500 тысяч. И здесь, ну, в целом, по количеству бобов все одинаково, а по цвету визуально как бы есть разница. Ну, как бы хорошая. Ну, и здесь плюс есть такой вот, как сказать, ярусность. В то же время, вот на этом, вот на данном участке я внес Maxifol Dynamics в дозе 2 литра. То есть я думал, что может быть будет от этого какой-то чудесный эффект. Но мне, во всяком случае, говорят, что говорил человек, который мне рекомендовал это сделать. Это, конечно, дорогая схема. Ее, может быть, никто, не все будет использовать, а может быть, ее и не нужно использовать. Но в то же время, может быть, эта схема бы сработала в более позднюю фазу. Но я и работал в более раннюю, может быть, фазу, когда растение, ну, страдало, был стресс. В то же время она должна была выйти из стресса. Ну, посмотрим, какая будет разница. Но в то же время здесь ярусность, вот это она присутствует. Она присутствует. А здесь зеленая, мощная. Можно сказать, ярусности такой нет, как здесь. Я честно скажу, не ожидал. Я это увидел с этой стороны. Может быть, благодаря солнцу, которое не светит в лицо. Посмотрим. Я думаю, что эта делянка будет созревать дольше. Здесь какая вообще проблема? Проблема в том, что я думаю, что бактерии, ну, можно сказать, очень рано сдуваются на сое. Ну, то есть перестают работать. И их надо как-то подкрепить, да, то есть заставить работать. Потому что здесь все же у нас и почвы более кислые, и то, что здесь достаточно много органического вещества, проблемы есть с микроэлементами.